точно. Конечно. Это сумасшествие! Потеряли меня? Что мы тут имеем? Ой, что сейчас будет? С удовольствием. Мы не заблудились? Понятно. Точно. Это сумасшествие. Кто-то сам виноват. Когда нельзя загонять человека в угол? Я на многое способна. У меня ничего не выйдет. Ой, что сейчас будет? С удовольствием. Точно. От защиты к нападению. Я не сдамся, пока семья в рабстве. Кто-то сам виноват. Я тут. Можно я сначала посплю? Да? Я тут. Идем, что ли? Я здесь. Конечно. Потеряли меня? Не нравится трупы, особенно свой собственный. Да? Это сумасшествие! Спи! Запишем по графе трофеи. Да? Это сумасшествие! От защиты к нападению! Я здесь. Уже иду. Точно. Это сумасшествие! Не заблужусь. Иди туда, иди сюда. Надоело. Кто-то сам виноват. Кто-то уходит, кто-то остается. Такова жизнь. Ну, запросто. Ну и изматывают эти заклинания. Не заблужусь! Я не сдамся, пока семья в рабстве! Конечно! Я не сдамся, пока семья в рабстве! Потеряли меня? Когда нельзя загонять человека в угол? Это сумасшествие! От защиты к нападению! Это сумасшествие! Как приятно иногда просто прогуляться. От защиты к нападению. Кто-то уходит, потеряли меня? Кто-то остается. Такова же. Кто-то сам виноват. Я тут.
Ой, что сейчас будет? Готово! Ну и изматывают эти заклинания. Я здесь. Иди туда, иди сюда. Надоело. Надеюсь, ничего не напутаю. Я здесь. Это сумасшествие! Это сильно смахивает на мародерство. Запросто. Ну да ладно. Ну и изматывают эти заклинания. Я не сдамся, пока семья в разе. Я тут. Да? Конечно. Это сумасшествие! Я здесь. Иди туда, иди сюда. Надоело. Никогда нельзя загонять человека в угол. О, нет. Нога. Я тут. Запросто. Точно. Я не сдамся. Пока семья в рабстве. Я защищаю свою жизнь. Иди туда, иди сюда. Надоело. О нет, нога! Это сумасшествие! Потеряли меня? Эта шутка не кажется теперь смешной. Я тут. Я здесь. Не заблужусь. Как приятно иногда просто прогуляться. Я не сдамся, пока семья в рабстве. Потеряли меня? Я здесь. Точно. Как приятно иногда просто прогуляться. Это сумасшествие! А что мы тут имеем? Понятно. Не заблужусь. Конечно. Как приятно иногда просто прогуляться. Я не сдамся, пока семья в рабстве. Это сумасшествие! Я защищаю свою жизнь! Я тут! Ну и изматывают эти заклинания. Я здесь. Уже иду.
Уже иду. Понятно. Это сумасшествие! Я защищаю свою жизнь! Иди туда, иди сюда. Надоело. Не заблужусь. Сдамся, пока семья в рабстве. От защиты к нападению. Прощай. Не заблужусь. Я не сдамся, пока семья в рабстве. Может, не надо? Я защищаю свою жизнь. Да? Я тут. Я на многое способна. Как приятно иногда просто прогуляться. Это сумасшествие! Потеряли меня? Это сумасшествие! Я тут! Может, не надо? И как я туда пройду? Сколько же тут интересного? Я тут. Я здесь. Иди туда, иди сюда. Надоело. Я тут. Может, не надо? Никогда нельзя загонять человека в угол. Мертвым все равно, а нам пригодится.
неприятно. Иногда... Увидел нас! Что здесь? Трилё да трилё! Потеряли меня? Понятно. А я... Кто-то сам виноват. Я тут. От защиты нападению. Кто-то сам виноват. Я здесь. Потеряли меня? Нельзя ты здесь ходить. Место в могиле. Люблю я это. Получай. Сожалею. А может, договоримся? Нет? Бойтесь. Ну все. Ты пожалеешь, что встретился с Келли. Я тебе покажу, где панцирники зимуют. А вот я и мой закон. Эх, кто-то уходит, кто-то остается. Такова же. Да? Только из любопытства. Сколько же тут интересного. А что мы тут имеем? Это скоро войдет в привычку. А что мы тут имеем? Препятствие непреодолимо. Только из любопытства. А что мы тут имеем? Только из любопытства. Это сильно смахивает на мародерство. Ну да ладно. Конечно. Как бы не сломать. Попробую. Беги, пока не поздно. А может, договоримся? Спи. Устал уже. Запишем по графе трофеи. Препятствие непреодолимо. Потеряли меня? Да? Я буду защищаться.
Потеряли меня? Запросто. Готово. Кто-то жаждет крови. Да? Готовься. Потеряли меня? Устал уже. Бойтесь. Мои соболезнования. Кто-то уходит, кто-то остается. Такова жизнь. Да? А что мы тут имеем? Сожалею. Устал уже. А что мы тут имеем? Это сильно смахивает на мародерство. Ну да ладно. Мои соболезнования. Кто-то уходит, кто-то остается. Такова жизнь. Я тут. Сожалею. Что сейчас будет? Не заблужусь. Уже иду. Потеряли меня? А куда мы направляемся? Здесь? Уже иду. Мои соболезнования. Прощай. Устал уже. Только из любопытства. Это сильно смахивает на мародерство. Ну да ладно. Иди туда, иди сюда. Надоело. Точно. Умирать я не собираюсь. Мои соболезнования. Запросто. Да? Попробую. Конечно. Уже иду. Я тут. Конечно. Убирайся! Уби! Готово! Только из любопытства. Понятно. Точно. Кто-то уходит, кто-то остается. Такова же. Я тут. Ну, здравствуй, враг. Запишем по графе трофеи. Потеряли меня? Я тут. Я здесь. Трудная задачка. Иди туда, иди сюда. Надоело. Человек, ты нам помог. Люди из средних гор горы ушли. Больше не вернутся. Урктар самый сильный вождь. Люди боятся его будут. Орки любить. Ты хорошо сделал. Урктар тебя благодарит.
человек. Я пришел сюда, чтобы предложить тебе сделку. Какую сделку? Я узнал, что ты ищешь того человека, который назвал себя избранным. Я знаю, где он сейчас должен быть. Ой, как здорово! Кель всегда считала, что нельзя судить по внешности. Вот ведь какая страшилище, а готов нам помочь. Меня по-разному называли, а страшилище ни разу. Надо запомнить, мне понравилось. Я рад, что тебе понравилось. Но расскажи, что за сделку ты предлагаешь? Я так понимаю, что просто так ты ничего не расскажешь. Ты догадлив. Я хочу поселиться у озера в дальних горах. Озерные ящеры глупые. Они не хотят, чтобы я там селился. Все это очень печально, но мы-то тут при чем? Я хочу, чтобы вы поставили ракушку на постамент в дальних горах. Я знаю, ракушка у вас. Сделайте это, и я расскажу, где найти того человека. Странный он какой-то. Опасно ему доверять, но выбора у меня сейчас нет. Придется отнести ракушку. Хорошо, договорились. Я отнесу ракушку в дальние горы, а за это ты расскажешь, где избранный.